известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей. В эфире новая передача нашего телевизионного канала NEFS TV, и я ее ведущий Всеслав Соло. Наша сегодняшняя передача называется «Нирвана». Вопросы в студии сегодня будут задавать два моих соученика. Это Радси Татарис. Здравствуйте, Всеслав. Доброго тай. И Ладана. Здравствуйте, Всеслав. Доброго тай. Давайте послушаем первый вопрос, который задает Ладана. Очень часто, даже в обычной повседневной жизни, можно слышать от людей такое выражение: «Ушел в нирвану». Так обычно говорят про человека, которому в данный момент хорошо по разным на то причинам. Или же о человеке, который замечтался, предположим. Говорят в шутливой форме: «Да, он уже в нирване». С позиции индийской религиозной мысли понятие нирвана характеризуется как свобода от желаний, привязанностей, страданий, освобождение от круга рождений. Так вот, хотелось бы узнать, как вы понимаете, что же это за состояние такое, нирвана? Скажите, пожалуйста, уважаемые телезрители, вот самое главное, что нам дал Всевышний человечеству, людям, каждому человеку? Задумайтесь. Самое главное, что дал нам Господь, это подобие, собственное подобие. То есть мы Его подобие. А задайтесь вопросом: Господь находится в нирване? Это что получается? Он живет, абсолютно забивший, извините, современным языком буду говорить, на всех нас, на все мироздание. То есть оно само по себе, а он сам по себе. Да? То есть он в нирване, извините, он, да, отдыхает. Нет, конечно же нет. Демиург наш создал Всевышнего. Вдвоем они правят всем мирозданием. Демиург находится в каждой точке Вселенной, каждой точке мироздания, во всех молекулах, вот во всем буквально, сразу одновременное присутствие. И, сами понимаете, он никак не может быть в нирване, он находится везде и все держит, везде все вот на нем и держится, понимаете, это и есть истина. А Всевышний создал уже человечество, создал эти формы, создал карму и многое-многое другое. И сами посудите, если бы они были в нирване, мы бы уже давно рухнули. Уже бы мироздания не было, просто не существовало. А раз мы по подобию Господа, мы не можем находиться в нирване. Это не тот путь, это тупиковый путь, это путь от лукавого. Все, что отходит от Бога, это есть ересь, это есть заблуждение, это тупик в развитии. Вот вы задавались, уважаемые наши телезрители, таким вопросом, что такое развитие? Думаю, что, может, и задавались, но не отвечали как положено. Сейчас я вам постараюсь помочь понять, что такое развитие. Развитие – это осознание истины. Это осознание, подчеркиваю, осознание бесконечности. Значит, развитие – это осознание бесконечности, потому что мы же по подобию Господа, а Господь всеобъемлет всю бесконечность. Демиург. Следовательно, если мы познаем Бога и идем по пути божественному, то мы должны осознавать бесконечность, истину. А если мы ничего не осознаем, а находимся в нирване и считаем, что это бесконечность, это не бесконечность. Ребята, я вам точно говорю, это не бесконечность. Весь мир осознан, весь мир соткан из единиц сознания. И там нет никаких нирван. И если вы полностью отключаетесь, и вам это вдруг удастся, вы тут же превратитесь в ничто, в абсолютный материал.
Понимаете? То есть вы исчезнете. Потому что вне движения ничто не существует в этом мире. Демиург создает из торсионного состояния мироздание, само мироздание предметное предметизирует. И сами посудите, что если вы распредметизируетесь полностью, оборвете все привязки, вы уйдете в ничто, исчезнете. Это путь самоубийц. Если уйти в полную и в настоящую нирвану, это труп, извините. Я называю вещи своими именами. Поэтому все вот эти вот балдежи, идиотские, извините, улыбки, что вы как хорошо на свете жить, это часто, ну, даже я сказал, в основном используется для того, то есть вот занятие этой нирваны, для того, чтобы кому-то похвастаться. Внутри все равно каждый человек хвастун, да, даже супер просветленный. Похвастаться, типа, вот он уже достиг состояния нирваны, понимаете? На самом деле ничего он не достиг. Вот сколько их было таких на Земле, тысячелетия рождались, которые пытались достигать какого-то состояния нирваны. Но что-то я не увидел, чтобы Земля изменилась. Чтобы на ней появились какие-то другие структуры серьезные, философские, энергетические, божественные и так далее. А вот наше учение построит это Царствие Небесное. Обязательно построит. Почему? Потому что мы не в нирвану вас предлагаем обуять, а к Господу мы идем. Мы собираем камни. А нирвана, которую придумали тысячелетия назад, это от лукавого вам как бы подсовывают, да, пакетик готовых атрибутов, чтобы вы не мешали другим управлять мирозданием или какими-то его частями, чтобы вообще даже и убирать вас с этого мира, чтобы вот, ушли в нирвану, как говорится. Уже не в шутке, а в правде, понимаете? Многие люди, практикующие йогу, да и просто верующие, ставят перед собой цель достижения нирваны. В их представлении нирвана — это состояние наивысшего блаженства, состояние свободы от страданий. Но в некотором роде можно сказать, что люди стремятся убежать от жизни, от земных проблем. То есть стараются покинуть земное тело и достичь состояния нирваны. Ведь в таком состоянии человек уже физически не живет на Земле. Но есть другое представление о нирване, предложенное Шри Аробиндо как состояние, достигаемое при жизни на Земле. Человек продолжает развиваться, жить, но он свободен от привязок, свободен от желаний, свободен от страданий. И при этом еще испытывает наивысшее блаженство от происходящего. Скажите, пожалуйста, имеет ли место быть нирвана в жизни человека? Или же это уход от развития, уход от самой жизни? Можно ли сказать, что, достигая состояния Бога, человек будет испытывать состояние нирваны? Господь не находится в нирване, иначе бы нас давно уже никого не было. Понимаете, как интересно? Вот у вас есть собеседник, и вы с ним беседуете, а он в нирване. С кем вы будете беседовать? С пустотой? Господь не может быть в нирване, потому что мы есть, и мы живем. Значит, и он есть, и он живет. Мы по подобию его, понимаете? Все остальное, что отходит от подобия, так называемая нирвана, это тупиковый путь развития. Вот как хотите, это мое абсолютное мнение, и я считаю, что оно совершенно. Состояние Бога не предусматривает нирван. Состояние Бога предусматривает познание мироздания. И вот все вот подобные теории и практики, типа Шри Аурабинда там и так далее, что вот кайфуй при жизни на земле и испытывай какие-то там блаженства. Извините, пожалуйста, это всего лишь навсего опиум для народа. Вот здесь как раз все один к одному подходит. То есть это есть не что иное, как наркомания, самое настоящее. То есть вот есть наркомания, что нужно уколоться, понимаете, или травку там покурить, или еще что-то, и человек балдеет. А есть наркомания духовная,
вот, которая предлагается подобными учителями, как Шри Аурабинда, да? То есть, пожалуйста, вот особые приемы, и ты балдеешь, ты как бы вот живешь здесь, но и ты еще в нирване. Но это времяпрепровождение. Но если вам нравится так жить, ради Бога, понимаете? Вот смотрите, в моем учении, в нашем, точнее, учении, да, существует несколько дыхательных практик. Ну, практик вообще-то очень много, но вот есть дыхательные. Допустим, там дыхание по накоплению чистой энергии, дыхание путешествия фиолетовой горошинки, есть дыхание сознания, интегральное дыхание, которое я подготовил, еще пока не преподавал, особо интересное дыхание. Вот. Сами посудите, сами подумайте, для чего я вот их преподаю, эти дыхания? Для того, чтобы человек осознавал себя, свою жизнь, строил логику, познавал Бога, бесконечность, развивался. Но это не значит, что он будет один к одному с утра до вечера заботиться только о холодильниках, о автомобилях, там, о животных и еще о чем-то подобном. Нет, конечно же. Хотя он будет жить в гармонии с природой, с людьми окружающими, но... Он будет развиваться, понимаете, он будет познавать Господа, но не находиться в кайфе, чтобы вот эту жизнь прожить кайфово. Вот смотрите, сколько существует огромное количество, ведь, да, тысячелетия получается, существует это, вот, йога, да, всевозможная. И сколько этих вот балдежников, извините, я вот прям так вот и называю честно своими именами, которые находились то в нирване, то еще в чем-то. Ну что они сделали такое, чтобы в мире стало что-то другое? Что они изменили? Ничего. Да и свою жизнь так же прожили, как все, как говорится, и ушли. То есть, ну уж ладно, это их проблема. Главное, что они сделали? Ничего практически, понимаете? Сделать только могла там наука, там религия еще сделать даже могла. Но вот все вот эти вот практики, они ничего не добились, понимаете? Поэтому я лично не то, что там вот с ружьем против нирваны, но я вообще не воспринимаю это состояние. И не потому, что я его не понимаю, я его прекрасно понимаю. А просто понимаю, что оно вам лично, вот, наши уважаемые телезрители, не нужно. Потому что нирвана... так называемое, это абсолютная наркомания, духовная наркомания, которая не просто уводит от реальности, от жизни, от развития, но еще отупляет, одурманивает мозги ваши, отупляет именно, вы становитесь глупее, у вас появляется идиотская улыбка и больше ничего. Можно ли назвать человека, стремящегося достичь состояния нирваны, отшельником? Или же те, кому удалось достичь этого состояния, божественные просветленные люди, и им действительно уже не нужно рождаться на земле для того, чтобы отработать свою карму? Все, кто пытается достигать так называемого состояния нирваны на земле, это есть истинные отшельники. А что сказано об отшельниках Господом? «Ни один отшельник не придет ко мне». А я вам сегодня говорю, вот как и моим соученикам, ибо к Богу в одиночку не придешь, а только со всем миром своим. Вы слышите? К Богу в одиночку не придешь, а только со всем миром своим. Ни один отшельник не придет ко мне. Вот это надо помнить. То есть получается, когда вы живете и хоть какое-то испытываете отшельничество на себе, а нирвана это есть отшельничество, индивидуальное причем совершенно, лично человеку присущее, который его нарабатывает, это состояние, то к Богу он точно не придет. А если он не придет к Богу, то куда он еще может прийти? Мир разделен на две части, на дьяволизм и на божественность. Куда он, если не к Богу? Значит, дьявол, да? Ну все, ответ, по-моему, ясен. Одним из критериев психического здоровья является полное и непрерывное осознавание своего «я». И некоторые люди испытывают даже логическую необходимость в том, чтобы осознавать свое «я» даже во сне, используя так называемые практики осознанных сновидений. Так вот я и задумываюсь, если состояние нирваны подразумевает отсутствие телесных ощущений, душевных, прекращается мышление, то как это может отразиться на психике человека? Возможно ли неподготовленному человеку в результате таких действий
стать душевно больным, лишиться своего разума или же вообще умереть, раствориться своим сознанием? Люди, которые пытаются жить, не думая, жить, не чувствуя ничего, жить, не рассуждая, не видя, не слыша, ну и так далее, и тому подобное, это люди, причем если они осознанно на это идут, это люди, которые уже немножечко не в себе. То есть это уже человек, который, можно сказать, немножко не человек, понимаете? То есть психическое здоровье у такого человека уже начинает пошатываться. И со временем, конечно же, при хороших стабильных наработках, это будет уже не от мира сего, а как минимум, ну, знаете, дурковатый, да? Я у мамы дурачок или я у мамы дурочка, да, извините, я говорю своими именами, называю вещи. А потом это может превратиться через привычку уже в стадию неизлечимую. То есть человек потеряет свою личность. То есть таким образом можно потерять личность, можно вообще забыться, можно свихнуться, как говорится, действительно, и начать видеть огонь сплошной вокруг. У таких людей бывает, что огонь горит вокруг, и он уже сумасшедший, просто бежит по улице или где он там находится, и орет, что он вот видит огонь и больше ничего. Понимаете, то есть люди сходят с ума без проблем, особенно неподготовленные, те, которые с меньшей хитринкой, а вот честно отдаются этому состоянию, естественно, они способны просто погубить свою психику. И я считаю, что это вообще-то, вы знаете, как зараза какая-то, что ли. И все, кто пытается стремиться вот к этой нирване, так называемой, в общем-то, вначале их можно назвать бездельники, да, которые ничего не хотят делать. И строить здесь и развиваться, а потом это даже психически ненормальные люди, понимаете? Не от мира сего, то есть они вообще уже балласт, никому не нужны. И я считаю, что вы же не собираетесь, уважаемые телезрители, прожить свою жизнь где-то там на задворках мироздания, ничего не делая в собственном развитии. Я думаю, что нет. И поэтому сегодня я, может быть, немножечко так грубовато иногда говорю, уж меня простите, пожалуйста, но я называю вещи своими действительно именами и стараюсь вас уберечь от подобных разных мероприятий. Не надо испытывать судьбу. Знаете, осознанность – это самое главное. Когда человек все понимает, все слышит, все видит, соображает, это и есть жизнь, понимаете? Господь точно так же, мы по подобию Его, Он все видит, все слышит и все понимает. Мы даже часто сами говорим, Господь все видит, Господь все слышит. Да какая ж нирвана тогда? Ну в какой нирване Он находится? Ну что же вот вы, уважаемые нирванисты, да, придумываете? Ну это же абсолютный тупик. Еще раз вам говорю, нет никакой нирваны у Господа. У Него есть осознанность, сознание и бесконечное. Вот если нам, людям, уходить в нирвану не нужно, а практики такие существуют и под руководством наставника, и в общем доступе через интернет-ресурсы. Так вот и возникает вопрос, кем или чем все это придумано и с какой целью? Или же наоборот, спрос рождает предложение? Человек, живя в реальной жизни, в реальности, очень часто встречает какие-то невзгоды, переживания, какие-то проблемы, от которых он накапливает свою жизненную усталость и хочет куда-то скрыться, убежать. И когда ему под руку вдруг попадает возможность научиться от всего этого избавляться, причем бесплатно, ну, не совсем бесплатно, надо, конечно, потрудиться, да, даже здесь, нарабатывая, условно говоря, эту нирвану, так называемую, тоже надо потрудиться. Но все-таки относительно бесплатно. Он потратит только время и свои, как говорится, силы. То, конечно же, человек хватается за это состояние, как за соломинку, и пытается в нем жить и пребывать и находиться. То есть это, вы знаете, все-таки палочка, как говорится, выручалочка, хотя это в кавычках сказано, для тех, кто хочет убежать от этой жизни. Кто хочет убежать и скрыться от этой жизни. Я считаю, что человеку не нужно нарабатывать никаких нирван, надо заботиться о собственном развитии. А проблемы нужно преодолевать, поплевывая в руки, потирая и говоря, улыбаясь,
как здорово, а вот проблема, да, очень тяжело. А жить хочется. Вот так надо жить, а не думать об отшельничестве и о побеге куда-то. Как говорится, сатана не дремлет, да? Дьявол не дремлет. Он, естественно, изобретателен. И понятное дело, что вот все эти нирваны, так называемые, они изобретены тоже лукавым для того, чтобы люди не могли, да, идти по пути истинному, к Богу, чтобы уходили от осознанности, чтобы не мешали. Обычно кто попадается на эти всякие нирваны, чтобы нарабатывать их, на эти практики? Более-менее развитые люди. Какие-то интеллигенты, какие-то умные люди, какие-то от природы развитые люди. Вот их-то лукавые все эти свои ловят, чтобы их сознание, не дай Бог, не развилось в сторону Господа, чтобы перевес силы Бога, да, не возник на земле или вообще в мироздании. Поэтому он, сатана, хватает этих людей и окунает какую-то нирвану. То есть вас просто оболванивают. Поэтому подумайте, прежде чем обнирваниваться. Как правило, человек, старающийся достичь состояния нирваны, практикует длительные медитации. В интернете можно найти множество объяснений трактовки этого понятия. Как вы бы могли объяснить это понятие, понятие медитации? Могли бы вы дать свое определение этому понятию? Мое мнение, что любая медитация, так или иначе, предусматривает поиск себя. То есть человек, когда он стремится медитировать, он пытается в этом мироздании нащупать свои границы, границы своей сущности. Вот самая главная задача у человека на подсознание она лежит, он даже не понимает этого, и не каждый учитель даже мира сего понимает это, а просто говорит, вот медитируй там вот, по моей технике. А медитация рассчитана на познание себя, на познание границ собственной сущности. То есть человек должен сосредоточиться на этом. Хотя вот на сегодня медитацию еще воспринимает, это вот, кстати, мое было личное мнение, да? А что такое медитация? А на сегодня часто употребляют это слово, это понятие, ну, в адрес, ну, просто какой-то сосредоточенности на каком-то предмете, на каком-то объекте, на каком-то человеке, на каком-то действии, событии, на какой-то молекуле, на каком-то логическом там умозаключении, на каком-то присутствии, на какой-то осознанности, на каком-то состоянии, там, чувстве и так далее и тому подобное. То есть вот часто употребляют это понятие в адрес вот подобных явлений в жизни человека. Я же считаю, что все-таки медитация – это искусство нахождения себя. Почему? Я вам сейчас поясню. Потому что вот человек, любой человек, живя на земле, не важно даже на земле, вообще в мироздании, да, он понимает, что вот вокруг есть мироздание и есть он. Он видит свои границы телесные, это прекрасно все понимают, но когда он немножечко умом подрастает и душой своей, да, чувствами, то он вдруг понимает, что есть еще границы его чувств и его мышления. И вот он их начинает искать, потому что вот эти границы видимые, да, предметные, он их видит, вот он понимает. А границы души своей и границы ментала, границы разума, а уж границы духа тем более, он не видит и не знает. И вот при помощи всевозможных техник и медитации он интуитивно, каждый из нас начинает искать границы с вот этих тел, тела астрального, ментального, духовного и так далее и тому подобное. Это вот мое личное мнение, что такое медитация. Я знаю, что существуют медитации, сужающие сознание, концентрирующие внимание человека на каком-либо предмете, явлении, мысли, возможно, рисунке. Но также существуют медитации, расширяющие сознание, объемлющие все мироздание. Скажите, пожалуйста, какими медитациями, на ваш взгляд, следует заниматься человеку и в какой период времени или жизни? Если медитация не направлена на поиск своей сущности, на поиск своих, границ своих чувств, пограничья, да, на поиск границ своего разума и на поиск границ духа там и так далее, да, то я считаю, все остальные медитации, если они и могут иметь место какое-то в жизни человека, то только кратковременные.
Потому что если очень часто медитировать без всякого поиска себя, просто медитировать, ну, как говорят, тупо медитировать, да, современным языком выражаясь, то это чревато наработкой очень-очень-очень спектрально суженного сознания человека. В конечном итоге он может превратить свое сознание в лезвие бритвы, как говорится. И вот этим лезвием ранить всех остальных. То есть он разучится, такой человек, может разучиться, понимать людей, понимать юмор, понимать смыслы жизни, радоваться, смеяться, получать какие-то удовольствия, даже гневаться, понимаете? То есть такие люди могут даже разучиваться жить, понимаете? Как вот человек рассеянный с улицы бассейна, ну там хоть, как говорится, ученый, да, и он был смедитирован на своих открытиях каких-то там и так далее, на науке. Еще как-то простительно ему. А когда человек просто вот занимается вот этим, да, и медитирует непонятно для чего, без всяких поисков себя, границ собственной сущности, то, естественно, они могут вот такие медитации привести к спектральному сужению сознания, и человек становится более глуп. В чем-то он, может быть, и умен будет, но в основном он будет непрактичен, понимаете? Он не будет успевать, да, реагировать на жизнь. Ну, я сейчас приведу вам пример, и вы меня, уважаемые телезрители, поймете. Представьте себе, вы одеваете капюшон, причем еще вот такой капюшон, у которого узкая вот такая щелка впереди. И вы вот садитесь за руль автомобиля и начинаете на большой скорости управлять этим автомобилем в потоке, в сумасшедшем потоке автомобилей. Да? Вот много-много их вокруг. Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что вы успеете среагировать вот этой щелкой своей, да, из этого капюшона, на все возможные дорожные какие-то происшествия, или же знаки, или звуки и проходы? То есть вот как вы сможете управлять автомобилем? Наверное, нет. Скорее всего, что-то случится, понимаете? Или вы просто снимете капюшон и поедете нормальным человеком. То есть получается, вот когда человек нарабатывает постоянно простые, пустые медитации, то он не разворачивает капюшон, когда он познает свою сущность, он разворачивает капюшон, да, у него наоборот угол зрения разворачивается, а наоборот суживается у него тогда, если он просто так медитирует, понимаете? Поэтому нельзя никогда делать вот это вот состояние, вызывать в себе медитации просто так. Если вы ищете какие-то границы своих чувств, это другое дело, там, разума, духа и так далее. Ну, я не могу сейчас вот в этой короткой передаче объяснить, что такое искать границы чувств, что такое искать границы там разума и что такое искать границы духа своего. Приходите заниматься, я научу этому вас. Но вот просто медитировать, помните, да, щелка, обязательно какие-то проблемы могут быть. Обязательно могут быть, понимаете, обязательно. То есть может случиться так, что человек даже погибнуть может. Он будет переходить дорогу и, говорит, трамвай его переедет, понимаете? Потому что он его даже не услышит. Вот до чего могут доводить медитации. Вот такие вот медитации. То есть я бы сказал даже так, что человеку не медитировать нужно, а размедитироваться наоборот, чтобы найти границы своей сущности. Как вы считаете, практика медитации опасна или безопасна? Если опасно, то чем? Когда человек выпивает спиртное, почему ему все легко? Он ничего не видит, он в этом вот капюшоне, понимаете? Ему уже пофигу все, он радуется, он может кому-то морду дать, кого-то убить, кого-то зарезать. Потому что для него, вот видите, он в этом, вот щелки в этой, да? Для него нет законов, для ничего, ничего для него нет. Он в медитации. Ну как вам сильно пьяный человек, нравится? Нет. А что вы считаете, что если человек медитирует, это не сильно пьяный? Особенно так хорошо медитировать, подсел, да, то есть получается алкоголик медитации, да. То же самое, такой человек тоже опасен, если он действительно этим очень серьезно занимается. Он тоже опасен. Ну, хорошо, если он, конечно, это тоже плохо, ну, просто сам тихо помешается, как говорится, и будет немножко ненормальным, да, или немножко. Но он может и навредить как-то, да. Ведь, смотрите, все люди, которые вот там убийцы какие-то, да, особенно серийные,
убийцы, маньяки разные. Это же те люди, которые находятся вот в своеобразной медитации своего состояния. Это же тоже медитация. Он уже не видит ничего другого, а вот только нужно синеглазых и белокурых 22-летних девушек резать и насиловать. Понимаете? Это тоже медитация на определенном состоянии. И все, человек другого больше ничего не понимает, его интересует только это. И он живет только для этого. Это страшные вещи. Поэтому это тоже от медитации происходит. Ну просто с детства человек медитировать мог на другом. И вот лупили, допустим, мальчика там или девочку ремнем, да, или наказали как-то. Человек обособился, смедитировался, да, зажался, в этом состоянии начал ходить, жить дальше. Естественно, наработавший его, он потом легко в него нырял еще разы много, да, раз. И в конечном итоге там у него создался свой какой-то маленький тесный мирок медитативный, который совершенно отличен от реальности вокруг. И в конечном итоге он мог превратиться уже в маньяка или в серийного убийцу. Понимаете? То есть очень много вот таких вот вещей, которые через вот такие вот элементарные человеческие медитации приводят людей к агрессии, приводят к уголовным делам и мешают, такие люди мешают очень часто жить нормально и спокойно другим людям и развиваться, понимаете? Поэтому я считаю, что да, медитации могут быть, очень даже могут быть опасными. Что вы думаете о групповых или массовых медитациях? Можно ли использовать технику медитации как средство манипуляции людьми? Конечно, групповые медитации, они всегда были, еще с пещерных времен у костров, да, когда под бубны, там, под какие-то шкуры у огня танцевал там шаман местный и вызывал дождь, и все тоже из племени, там, мужчины или женщины, сосредоточенно подхватывали его, может быть, песню какую-то или крики какие-то повторяли, и дождь действительно шел. То есть групповые медитации – это издревле на Земле существующая структура, и она достаточно развита сейчас. Групповая психология, она серьезно изучается всевозможными политиками, всевозможными структурами, службами, да, которые блюдят, за людьми следят, и спецслужбы называются. То есть групповые медитации существуют, конечно же. Вот смотрите, даже когда в каком-то городе, ну даже вот в Москве возьмите, перекрывают какую-то улицу или часть улицы, и годами что-то вроде бы там делают, ремонтируют. Годами, понимаете? Люди едут, чертыхаются, объезжают, непонятно что. Что происходит? Если поставить ретрансляторы особым образом, настроенные на выбросы человеческих вот негодований каких-то, то эти ретрансляторы способны эти энергии собирать. Понимаете? Поэтому там годами и стоит вот этот забор, который нужно объезжать. И ничего не делается. И не потому, что это расхлябанность какая-то, а потому, что это ЦУ. Тихое, никто не знает об этом. Специально сделанное, искусственное, созданное. Для того, чтобы люди, да, выбрасывали энергии, с них стягивать определенные энергии. И собирать их, понимаете? И это не фантастика, это абсолютные реальности. Такие приборы есть, которые работают на уровне сознания. Это, по-моему, должно уже давно всем известно быть. Вот. Так что имейте это в виду, практики такие есть. Или, допустим, там вот как нам, нашему учению пытаются там мешать, типа начинают там градусы прибавлять, в минуса уводить в Майл-агенте, там еще где-то, чтобы много-много миллионов людей смотрело и думало, что сейчас на улице минус 8, а на самом деле градусник показывает минус 2 или даже 0, понимаете? Но они делают минус 8, чтобы люди думали об этом и подключают групповое сознание для того, чтобы как-то, да, поддерживать этот минус. Но это же, вы понимаете, конечно, кощунственно, потому что наше учение, наши люди выправляют на Земле ровный климат, а здесь палки в колеса. Во что это превратится? Это может превратиться в то, что Земля вообще погибнет. Ну просто вот не будет существовать как планета. Рассыпется в пух и прах, понимаете? Потому что когда две силы туда-сюда рвут, то разрывают на части. Вот имейте это в виду. Поэтому я считаю, что не надо этого делать. Надо все-таки быть немножечко, да, перспективнее в мышлении своем. Благое дело делается на Земле. Ровное потепление климата. Ровное. Но ни в коем случае не
вот такое, что сплошная жара. Не надо пугать население. Скажите, пожалуйста, способствуют ли медитативные практики наработке осознанности человека? Если медитация не направлена на поиск своей сущности, на поиск своих, границ своих чувств, пограничья, да, на поиск границ своего разума и на поиск границ духа там и так далее, да, то я считаю, все остальные медитации, если они и могут иметь место какое-то в жизни человека, то только кратковременные. Потому что если очень часто медитировать без всякого поиска себя, просто медитировать, ну, как говорят, тупо медитировать, да, современным языком выражаясь, то это чревато наработкой очень-очень-очень спектрально суженного сознания человека. В конечном итоге он может превратить свое сознание в лезвие бритвы, как говорится. И вот этим лезвием ранить всех остальных. То есть он не, ну, разучится, такой человек, может разучиться, понимать людей, понимать юмор, понимать смыслы жизни, радоваться, смеяться, получать какие-то удовольствия, даже гневаться, понимаете? То есть такие люди могут даже разучиваться жить, понимаете? Как вот человек рассеянный с улицы бассейна, ну там хоть, говорится, ученый, да, и он был смедитирован на своих открытиях каких-то там и так далее, на науке. Еще как-то простительно ему. А когда человек просто вот занимается вот этим, да, и медитирует непонятно для чего, без всяких поисков себя, границ собственной сущности, то, естественно, они могут вот такие медитации привести к спектральному сужению сознания, и человек становится более глуп. В чем-то он, может быть, и умен будет, но в основном он будет непрактичен, понимаете? Он не будет успевать, да, реагировать на жизнь. Ну, я сейчас приведу вам пример, и вы меня, уважаемые телезрители, поймете. Представьте себе, вы одеваете капюшон, причем еще вот такой капюшон, у которого узкая вот такая щелка впереди. И вы вот садитесь за руль автомобиля и начинаете на большой скорости управлять этим автомобилем в потоке, в сумасшедшем потоке автомобилей. Да? Вот много-много их вокруг. Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что вы успеете среагировать вот этой щелкой своей, да, из этого капюшона, на все возможные дорожные какие-то происшествия, или же знаки, или звуки и проходы? То есть вот как вы сможете управлять автомобилем? Наверное, нет. Скорее всего, что-то случится, понимаете? Или вы просто снимете капюшон и поедете нормальным человеком. То есть получается, вот когда человек нарабатывает постоянно простые, пустые медитации, то он не разворачивает капюшон, когда он познает свою сущность, он разворачивает капюшон, да, у него наоборот угол зрения разворачивается, а наоборот суживается у него тогда, если он просто так медитирует, понимаете? Поэтому нельзя никогда делать вот это вот состояние, вызывать в себе медитации просто так. Если вы ищете какие-то границы своих чувств, это другое дело, там, разума, духа и так далее. Ну, я не могу сейчас вот в этой короткой передаче объяснить, что такое искать границы чувств, что такое искать границы там разума и что такое искать границы духа своего. Приходите заниматься, я научу этому вас. Но вот просто медитировать, помните, да, щелка, обязательно какие-то проблемы могут быть. Обязательно могут быть, понимаете, обязательно. То есть может случиться так, что человек даже погибнуть может. Он будет переходить дорогу и, говорит, трамвай его переедет, понимаете? Потому что он его даже не услышит. Вот до чего могут доводить медитации. Вот такие вот медитации. То есть я бы сказал даже так, что человеку не медитировать нужно, а размедитироваться наоборот, чтобы найти границы своей сущности. Вот это самое главное. В интернете сейчас очень много разных медитаций на любой вкус и предпочтение. И вот подруга мне рассказывает, что когда ей хочется расслабиться и заснуть, она включает любую онлайн-медитацию и так и постепенно засыпает. А что ей там наговаривают, она, естественно, не помнит, потому что спит. И для меня, конечно же, это было слышать очень удивительно. Потому что в вашем учении логика предметно-беспредметных островов вы даете разные упражнения, дыхание,
где одним из основных критериев является полный и осознанный контроль во время выполнения этих упражнений. Всеслав, скажите, пожалуйста, чем же могут обернуться такие манипуляции, когда контроля нет, он отсутствует полностью или же частично? Можно ли считать такие действия безвольной медитацией? Чем больше человек относится пофигистически к собственному развитию, тем больше он развивается за счет того, что ему подсовывают, да, что из него лепят. И вот ваша подруга Ладана, которая позволяет со своим сознанием делать что угодно по ночам, включая какие-то медитативные практики, пока она спит. Естественно, ну что она делает? Она безалаберно относится к собственному развитию. Ее это не интересует, что в нее вкладывают. Может быть добрая, может не добрая. Но она живет и не понимает, что она носитель неизвестно чего. Ведь то, что в нее вкладывают во время того, когда она спит, потом от нее просто генерируется, и она сама не знает, что от нее генерируется. А может, она ходит и порождает убийц, понимаете? А может, она ходит и порождает каких-то маньяков. А может, она ходит и порождает, наоборот, доброту какую-то, да, познание там и так далее. То есть она не знает, не ведает, что творит. А все, что слепое, это и есть слепое. Как сказано Господом, мне не нужна вера слепая, а только осознанная. Подчеркиваю, Господу не нужна слепая вера, а только осознанная. И если человек хоть кусочком своим не осознан, то значит он уже слеп. А раз слеп, все, что слепо, это есть от лукавого. Потому что Господь зряч, а мы по подобию его, понимаете? Вот имейте это в виду. Конечно же, я прекрасно понимаю вашу подругу, Ладана, которая хочет просто успокоиться, выспаться, там, расслабиться и так далее и тому подобное. Но, наверное, для этого существуют и другие вещи. Можно принять теплый душ, сделать физзарядку перед этим, принять теплый душ, да, расслабиться, просто ни о чем не думая, или, наоборот, вспоминая какие-то приятные вещи. То есть много столько техник существует, когда человек может сам себя убаюкать. Я вот знал одного человека, который засыпал, ложился на бок и вот так вот качался, как в люльке. Да? Ну, он мне сказал, что бабушка похлопывала, значит, с детства по плечу и покачивала, когда этот человек был маленьким. И вот он настолько привык к такой манере засыпания, что и взрослый уже не может заснуть иначе, а начинает покачиваться и засыпать. Кстати, попробуйте. Я иногда пробовал, и знаете, это интересный прием. Он работает, да, если начинаешь покачиваться, то астральное тело начинает убаюкиваться. Ну вот помните, да, когда маятник качает, психиатр там или психолог перед человеком, он может усыплять его бдительность, и человек медитирует на него и начинает как бы засыпать. То, поэтому здесь, в общем-то, этот прием с маятником, да, на все тело распространяется. Начинаете на боку лежа покачиваться плавно, и в конечном, и вспоминая, может быть, даже доброе, что-то приятное, вы очень быстро уснете. Особенно, если перед этим сделали физзарядочку какую-то, может, не сильно напряженную, но хорошенькую такую, приятную, да, и душ какой-то приняли. Вот. Нет проблем. И тогда вы и так уснете. Поэтому я считаю, что ваша подруга, Ладана, она немножечко, может быть, или ленива в этом плане, или не сведущая. Ну, тогда поясните ей. Попробуйте наставить ее на путь истины, во что это превращается. Мало ли, во что это может превратиться. Вот ее запрограммировали ночью как-то, что она потом излучает из себя на своих детей что-то непонятное, а дети стали плохо учиться там или как-то еще, понимаете, что-то. Муж ушел, нашел другую любовницу, ушел от нее. То есть вот всякое может случиться. Что там ввели, неизвестно. Не всегда чистоплотные люди бывают вот в таких вот подачах. Особенно из интернета непонятно что. Вирусов хватает, понимаете? Не только вот вирусов для страниц интернета, там, и для сайтов, и для компьютеров, но и для умов человеческих. Так что будьте бдительны. Скажите, пожалуйста, возможно ли человеку в такой ситуации как-то обезопасить себя? И насколько? Я считаю, что обезопасить здесь можно только однозначно. Да? Не заниматься такими вот медитациями. То есть не надо программировать себя ночью неведомо чем. Это вот единственная безопасность, понимаете?
Все остальное никакой гарантии никто не даст совершенно. Во что это выльется? А фиг его знает. Смотря что слушала, в каком настроении уснула, как отнеслась, с кем встретилась потом на следующий день и так далее и тому подобное. Поэтому обезопасить себя от этого практически нереально, понимаете? Потому что программа вошла. Но если уж такое случилось, то тогда дня три лучше ни с кем не контактировать, чтобы ни на кого, значит, не излить вот непонятно чего. А наоборот, может позаниматься какими-то физическими напрягами, да, то есть физическим трудом, и может уборку генеральную наконец-таки дома сделать. Ну, то есть, чтобы вот распрячь себя в этих энергиях. Вот если в этом смысле как обезопасить, то только так, то есть работой, трудом, пропотеть нужно, да. Ни для кого не секрет, что в нашем сознании, в голове идет постоянно какой-то внутренний диалог. И зачастую человек может испытывать в той или иной степени от этого дискомфорт. Многие хотят избавиться от такой навязчивости. Жалуются, что у них это долго не получается, что это очень труднодостижимо. Ищут через разные источники так называемые практики по остановке внутреннего диалога. Всеслав, скажите, пожалуйста, так от чего же зависит эта хаотичность мышления? Надо ли вообще останавливать внутренний диалог? Или же достаточно упорядочить свое мышление? Что вы можете посоветовать в данной связи? Человек, если он бездельник, обязательно будет иметь хаотичное мышление. Если он не развит и в животном больше состоянии пребывает, то тоже будет хаотичное мышление. Если он еще совсем ребенок, тоже могут быть хаотичные мышления. Если он совсем старик, выживший из ума, извините, то тоже могут быть хаотичные мышления. Вот я, видите, называю какие, да, группы, или он там уже умом тронутый, тоже могут быть хаотичные мышления. Или он в каком-то стрессе находится сильном, тоже могут быть хаотичные мышления. То есть понимаете, какие вещи я называю, какие состояния, да? Обычный человек нормальный, а что значит нормальный? Тот, который знает, для чего он живет, тот, у которого есть царь в голове. Вот главное отличие, когда нет хаотичного мышления, в основном нет, да? Это когда есть царь в голове, то человек живет совсем по-другому. А что значит царь в голове? Это значит, у человека всегда есть порядок объяснений, зачем он идет туда, для чего он живет. У него есть цели, задачи, достижения. И поэтому ему некогда хаотично мыслить. Ему, дай бог бы, успеть все, что нужно промыслить, положенное, понимаете? А когда он от этого устает, он просто пытается уже расслабиться, чтобы не думать уже о том, что он уже обмозговывал. И у него не будет хаотичного мышления совершенно никакого. Откуда? Ему некогда этим заниматься. Наоборот, он слишком может замедитироваться и даже трудно засыпать ему будет, потому что постоянно будут еще мысли шевелиться, и вот это нужно сделать завтра, и вот туда поехать, и это нужно обмозговать, и туда позвонить. То есть, понимаете, у человека нет хаотичного мышления, если у него есть идеи, цели, задачи, и он знает, для чего он живет, понимаете? А вот у тех, у кого непонятная жизнь, у таких людей будет хаотичное мышление. 100%. Но я бы, вот, например, сразу вычислил любого человека, который находится в хаотичном мышлении. Это видно сразу. В общем-то, это уже признаки шизофрении, понимаете? Хаотичное мышление – это признаки шизофрении. А так как в мире очень много шизофреников, то можно сказать, что очень многие страдают этим. Так или иначе, частично или полностью. Или в какой-то степени, да, все-таки. Но я считаю, что, конечно, не будем всех оскорблять, потому что тогда столько нужно дурдомов или дурдомов открывать, чтобы всех туда запихнуть. Нет, скорее всего, нужно одуматься, вспомнить о том, что существует возможность поставить цель и ее достигать. И все эти хаотичные дела уйдут. Но если вот еще здесь добавить кое-что, то надо сказать следующее, что человек, если у него нет никакого мышления, он может просто погибнуть и умереть. Если в мозгу ничего не вращается и ничего не думается, то может остановиться сердце, может остановиться дыхание, да все что угодно, понимаете? То есть
мы вынуждены постоянно находиться в движении. Вот знаете, есть акулы, в подавляющем большинстве, все акулы, да, они только в движении могут дышать. Если она становится акулой, она тут же умрет, потому что только за счет движения у нее фильтруется в жабрах вода, и она получает таким образом кислород для жизнеобеспеченности своего тела физического. Вот то же самое и человек. Он постоянно должен думать о чем-то, и если он ни о чем не думает, то он может умереть, понимаете? Потому что вне движения ничто не существует, подчеркиваю. Поэтому, если человек не думает ни о чем, нет у него ни цели, ни задач, нет царя в голове, то начинается хаотичное мышление. Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос. В повседневной жизни большинство людей смедитировано, сконцентрированы на какой-либо проблеме. У каждого она своя. Насколько такое состояние вредно для человека? Вы могли бы посоветовать, как размедитировать себя, стать шире? Чтобы выйти из любой проблемы, рекомендация у меня одна. Нет худа без добра. Что я имею в виду? То есть, если у вас какая-то проблема, посмотрите на нее с другой стороны. А какой плюс, какую пользу она принесла вам? От чего избавила, может быть? И вот если вы найдете этот плюс, и так найдете глубоко, что уравновесите минус с плюсом, вот ровно станет на душе, то эта проблема тут же отпустит вас, и вы свободны, понимаете? То есть вы уже от нее размедитировались. То есть размедитация – это значит уравновешивание проблемы, уравновешивание какого-то выпуклого состояния. Вот это называется размедитацией. Как человек живет? На работе думает о том, что ему приготовить кушать вечером. И не просто подумал, определился с выбором и забыл. А такое залипание может длиться весь день. Поехал на отдых, думает о работе. Пришел на работу, все мысли об отдыхе. Получается раздрайв какой-то. Правильно ли будет такое, чтобы человек думал именно о том, что он в данный момент делает? Допустим, на работе он будет думать только о работе. А во время приготовления пищи все мысли его будут только о том, как ее приготовить. Является ли такой подход состоянием смедитированности? Да, такой подход Ладана, конечно, является особой медитацией. Это называется жизнь в настоящем моменте, которую, кстати, проповедует большинство великих учителей мира сего. И проповедовали раньше. И я думаю, всегда это будет на первом плане. То есть, когда человек живет в настоящем моменте, тогда все нормально. Ведь если вы сейчас на работе и думаете о том, как приготовить пищу, то вы сами понимаете, здесь на работе не полностью присутствуете. А значит, могут быть разные проблемы, казусы и усталости, потому что приходится вот так вот метаться постоянно, нервозности. И можете даже потерять работу, потому что вас заметят, что вы какой-то не такой и не соответствуете вашей должности. Понимаете, ошибаетесь там и так далее. И естественно, что и приготовить-то пищу толком потом не сможете. То продуктов не окажется толком нужных по дороге с работы домой. То во время приготовления что-то стряслось. Или уже нет сил это делать, готовить, понимаете. То есть получается, почему это вот все выходит вот боком. Потому что, когда вы на работе и думаете о том, как приготовить, вы уже частично поприготовили в своем воображении все, понимаете? Не построили, а приготовили. Навыка ж нет построения, а только вот такой обычный, да, профанированный навык раздумий и потребностей, желаний. И тогда вы вот и получаете беззубый вечер, беззубая готовка, какие-то проблемы с приготовлением пищи. То есть, получается, и на работе начинает что-то рушиться, и дома покушать толком не покушали, и уже и заболеть может человек, да, со временем. То есть, чем больше вы, находясь где-то, думаете о чем-то еще другом, тем больше и это, где вы находитесь, место, и то другое, о котором вы думаете, начинают разрушаться. Вот это имейте в виду. Поэтому вот такая практика жизни приводит к усталости, к болезням, к проблемам, к смертям даже.
Я лично считаю, что вот в этом плане, да, лучше жить вот, так, вот таким образом смедитированным. Если ты находишься вот на предметном острове, в помещении каком-то, то ты находишься только здесь, все остальное рухнуло, не существует в этом мире. Гори огнем. Вот ну, нет, нет, не существует. Конечно, вот всем этим тонкостям я могу научить любого из вас, да, уважаемые телезрители, приходите заниматься, научу, как находиться в настоящем моменте, для чего, почему, упражнения там и так далее. Все это я подскажу. Но еще раз подчеркиваю, что двойное присутствие всегда приводит к каким-то аномалиям. Будут ли иметь место медитативные техники в новейшей эре всемирного сознания? И какие именно? В новейшей эре всемирного сознания, в новой эре всемирного сознания, практики медитативные, конечно же, будут. И прежде всего там будет интегральная медитация. И... божественная медитация, о которой я еще вообще никому даже и не показывал, не представлял. Вот. Будут обязательно эти практики. Какие они будут, для чего? Ну, тут можно пару слов сказать, что это сбор камней. Мы же будем строить Царствие Небесное. То есть это сбор камней, сбор божественности. Поэтому медитативные практики там будут для того, чтобы собирать состояние Бога, Бога живого во множестве лиц. Во множестве лиц. Но, естественно, и сам Бог тогда сможет появиться перед нами. То есть мы будем ожидать Бога живого, и Он придет к нам. Спасибо, Всеслав. Всеслав, большое спасибо за ответы. Мира и добра вам, всего самого лучшего.